Всем привет, дорогие наши зрители. У нас продолжается сегодня 25 ноября. Мы в городе с Сашей, приехали по делам. Он отошел в одно место, я пошла себе искать очки для зрения. Видите, у меня сломалось ушко. Зашла в одну аптеку, там нету. Там еще есть фармакопейка, пойду прогуляюсь. На улице ветра нету, очень тепло. Хоть даже и морозец, ну, такой легкий чувствуется. Всем отличного настроения, всего вам самого наилучшего. Зашла в фармакопейку, в общем, очки для зрения от 2,5 и до 11 тысяч. Представляете? Но пойду еще в несколько аптек прогуляюсь, посмотрю, может быть, там нет, так значит, буду возвращаться и что-нибудь себе искать. У нас вот такая вот Эйфелевая башня своя есть. Поближе я вам покажу. Здесь остановка Первомайский рынок. Еще хочу вот в ту дальнюю, там где Магнит, в ту аптеку сходить. Ну что, сходила я до аптеки Магнит. Там нет. Возвращаюсь обратно, пойду искать в оптике чего-нибудь подешевле. Сейчас постараюсь вам показать по ценам. Если честно, я немного растерялась. Если ничего не найду, то значит где-нибудь в других аптеках буду искать. Ну, пока держится. Просто когда наклоняюсь, здесь немного шапка меня держит, эти очки. То, что на одном ушке там обломилась. Склеить не получится, прикрутить тоже. У меня почему-то постоянно ломаются очки после некоторых событий. Городским людям большой-большой привет. Сходила я снова в оптику, померила я очки на минус 2,5, на 2,75 нету на минус, на 3 померила, но мне глазам больновато стало. То есть и мастер, который изготавливает очки, он мне сказал сходить к окулисту, взять, ну, пройти обследование и взять как правый, как левый глаз, потому что я знаю, что один у меня больше посажен, чем другой. Но с каждым годом, конечно, зрение портится, так как очки некачественные. Поэтому говорит, подберем и оправу, подберем на каждый глаз свою линзу. И у вас не будут болеть глаза, и вы будете спокойно все видеть. Поэтому в ближайшее время нужно попасть к окулисту. Вот еще одна задача. И все-таки хорошо, что я не работаю. Очень многие дела я сделаю. Всем отличного настроения. Ну, а я пошла, скорее всего, наверное, в машину. Подожду Сашу, и мы поедем дальше. По делам съездили, потом заехали в Ленту. В общем, взяли продуктов немного, спаржу. И вот такой творожный сыр. Мы недавно тут в Магните брали. 99 рублей такой стоит. И очень всем понравился. Налила себе чай. В общем, сделаю бутерброд и со спаржей поем. Спаржа тут на 107 рублей. Вот такой контейнер в Ленте. А это я уже сказала 99 рублей. Но очень вкусный. Саша уже открыл, попробовал. Такая подсветка. Цвет. Бильберда такая невкусная. Сам ты бильберда невкусная. Вкусная. Если кто-то чай пьет или кушает, приятного аппетита. Всем доброе утро. Дети у нас уже в машине. Время уже без 28. И мы поехали в поликлинику сдавать анализы. Ну, кровь, мочу мы дома собрали. Саша нас подождет. Потом мальчишек в школу. У нас с Каролиной домой, а сам он на работу. Всем отличного настроения. Всего самого наилучшего. Котейки тоже только что вышли погулять в туалет. Все, мы поехали. А мы уже снова дома. Да? Привет, привет. Мы съездили в поликлинику. Оказывается, у нас
прием анализов с 9:00. Поэтому мы не стали, чтобы мальчишки пропускали школу, отвезли их на учебу. Папа наш высадил нас около дома, да? Мы пойдем сейчас разденемся. И 9:30 поедем в поликлинику, да? Ну, пойдем. Юля дома. Пойдем? Че, на улице хорошо? Че? Я хочу здесь. Ты хочешь здесь постоять? Мы папу проводили. Пойдем. Пошли, пошли. Мама говорит, а анализы? Папа ей говорит, поедем чуть позже. Вы уже с мамой, говорит, сами поедете, а я на работу. Но анализы будем сдавать чуть позже. Уже отвыкли от анализов. Даже время вчера не посмотрела. Сходи. Не хочешь? Пойдемте. Пошлите. Ну, пойдем. Нет? Приехали мы на такси. Да? Сдали с пальчика кровь. Взяли анализ на ЭЦГ, сразу проверили. Сказали, что все хорошо, но по-другому быть не может. Вызвали такси сейчас. Я Каролину отвожу домой и еду на ту квартиру, которую мы раньше снимали. Потом чуть позже объясню, почему. Лялечка плачет, Каролина переживает. Да? Маленькая плачет. Ну все, мы поехали. Приехала я сюда на квартиру. Как вы знаете, мы здесь не живем с сентября месяца. Но за квартирой все равно присматриваем и продолжаем как бы за нее оплачивать. Коммунальные платежи, конечно, здесь не оплачиваются, потому что все выключено. Здесь полетел газовый вот этот котел. Мы встретились с Верой, владелицей этой квартиры в городе, купили, как раз вот когда Ярика забирали из больницы, купили газовый котел, тетя Вера рассчиталась, все оплатила, демонтаж, старый снимут, новый установят, я посмотрю, приму работу. Над душой, чтобы у человека не находиться, пойду до Кати или до тети Тани, до кого дозвонюсь, кто дома, чай попью, человек мне позвонит. Мастер, и я уже приеду, там распишусь, закрою квартиру, а потом приедет, кто по газу запускает, чтобы запустить отопление. И все, и тетя Вера уже будет снимать другим квартиру. Мы здесь прожили, что, 1.5 года получается, даже чуть больше. А нет, 1.5 года получается, мы прожили здесь. Котел тети Вере обошелся в 70 тысяч, и демонтаж старого котла и установка нового, как они сказали, приблизительно это будет по сумме от 10 до 15, но все зависит тоже от сложности работы. Мастер сейчас сказал, что по времени где-то приблизительно это будет 2 часа, если все нормально будет, если все хорошо будет поддаваться. Думали, что тут отопление перемерзло, сами понимаете, да, там 11-12 градусов минус, там 15 даже было. Но открыл вот эти краны, и там водичка побежала. В общем, хватит болтать. Рассказала вам вот эти новости. Все, побежала я. Дня. Сегодня день у меня в беготне. Но все, что на сегодня я задумала, в принципе, все идет по плану. Не считая того, что утром мы поехали сдавать анализы и не посмотрели время. Я сделала себе фотографии, чтобы на будущее уже не забывать и знать. Ой, чуть-чуть скользковат. Я, кстати, еще до сих пор в осенних сапожках хожу. И ногам не холодно. Такие теплые носочки. Не доставала еще я зимнюю обувь. В куртке, вот которую я себе купила, длинную, по крайней мере, пока тепло. Посмотрим, как морозы будут. Минус 30, под 40, когда будут. Но чаще всего мы на машине же ездим. Редкий случай, долго на улице находишься. Думаю, что не замерзну. Если что, у меня есть прошлогодняя там куртка. Если что, старенькую достану. Пока иду в гости, зашла в магазин. Купила хлеб. У нас тут пекарня есть. И хлеб там как тостовый. Взяла 2 белого и 2 серого. Здесь уже елочку нарядили. Вот вечером, когда проезжаешь по улицам, уже у кого гирлянды висят, уже красиво смотрится. Мне осталось вон тот перекресток пройти, и все, и я на месте.
Приехали мы с Сашей сюда на квартиру. Я побыла у Кати, попила чай с тортиком. Ну, там, естественно, я ничего не снимала. Саша позвонил, говорит, я еду на обед, поехали, съездим, посмотрим, что там и как. Я говорю, ну давай. Быстренько оделась, вышла. Сейчас домой приедем, пообедает. Он на работу поедет и как раз меня обратно сюда привезет, потому что я думаю, что еще до конца здесь будет не доделано. И все равно мне ждать мастера, который будет запускать систему отопления. Главное, чтобы трубы не перемерзли. Но мы там утепляли, как нам говорили, и уличную трубу, и старый этот котел сверху накрывали, ну, чтобы не задувал холод. Ну, посмотрим, как что будет, и я с вами обязательно поделюсь. Ну, все, установили трубу, газовый котел, Аристон. Ну-ка, камера, четче сделаем вот так. Позвонила я мастеру. В общем, 1:30 мне придется сюда снова вернуться. Мы сейчас с Сашей поедем. Пообедаем, да, Саш? И это. Саша меня снова до Кати довезет. И когда уже 1:30 я сюда приду на квартиру, отопление запустят. Сейчас документы принесут, и я распишусь о принятии работы. Здесь такой бардак. Ну, то, что все делали. Потом все это придем, уберем. У нас в магазине на 2-м этаже. Плита такая, стоит 27 500. Там на квартире, где мы снимали, газовая плита уже старенькая была. И нужно было заменить, иначе бы не подключили. Вот здесь так. Там хозяйственный отдел. Небольшой магазин. Мебельный, строительный. Велосипеды. Мы здесь линолеум покупали, то есть, чтобы далеко никуда не ездить. Здесь вот такие вот тумбочки. И диваны разные. Мне нравится вот такой диван для Юли. Вот такой вот диван. Он небольшой. Сейчас скажу, сколько он стоит. С той стороны это кресло раздвижное. Цена его 21 тысяча. А этот мини-диванчик 24. 19 500, недорого. Вот. Юли. Маленький, компактный. Тут еще вот такой вот диван есть. Тоже 19 500. Раскраска. Цвет красивый. Еще есть здесь. Вот под цветы красивые. Еще вот здесь вот есть диван. Он тоже симпатичный. С подушками. Там бежевого цвета. И кровати, и матрасы. 18 500. И прихожки. Я заезжала сюда, нужно было купить сейчас для газового котла розетку, вилку эту. Саша там сидит в машине, ждет меня. Вот про такой вам хлеб говорила, что заходила в магазин, когда шла до Кати. Он стоит 40 рублей тостовый. Мы купили в Магните тостер себе, и удобно готовить бутерброды, да, и сам по себе этот вкусный хлеб. Я взяла 2 серого и 2 белого. Сало в холодильнике. Холодильник у нас там на квартире. Это мы сами солили. Взяла, у нас как раз еще есть борщ. В общем, разрежу, потом в разрезе покажу. И вот, что я в хозяйственном магазине покупала. Вилка тут с заземлением. Стоит она 120 рублей. Потому что газовый котел был без вилки. Это хорошо. Мастер сказал, что не забудьте, говорит, приобрести, когда к вам приедут, подключать. Юля собралась... Всем привет! Собралась мусор пойти вынести, а мы с Сашей заскочили пообедать. Вот про этот тостер я вам говорила, мы в Магните брали его 1300 или 1400, ну, по купонам. Я сейчас как раз сделаю Саше к супу
сало порежет. Я хлебушек на треугольник порезала, майонез на суп с тефтелями. И на второе макароны у нас с мясом с подливом. Это готовила Юля. Суп с тефтелями, который вчера вы уже видели, а Юля сегодня приготовила. Каролина у нас, кстати, спит. Я приехала домой, а дома тишина. А она уснула, потому что рано встала. Ну, сейчас как раз обед у нас. Сейчас мы пообедаем, Саша меня довезет. Я остальные дела доделаю, там уже, в принципе, меня дома не будет, а мальчишки уже придут из школы. Вот такое домашнее сало, грудинка с мясом. Саша по ГОСТу солил 21 день. Там вода менялась сколько, 3 раза, да? 3 раза, да. 3 раза менялась вода. Через 3 дня, через 10, и потом все, да, и потом до 21 дня. Угу. У меня аж это, я попробовала, у меня аж слюноотделение, вообще красота. Вкусняшка. Вкусняшка. Приехала я снова на квартиру. В общем, поменяли, съездили шланг, купили новый. И еще там пару таких деталей. Старый шланг, получается, не подходит, потому что у него там какой-то не было такой заглушки или прикрутить. Я особо не вдавалась в подробности. Хорошо, у нас хозяйственный магазин, вот, который я вам снимала, показывала. Там вот у нас все такие мелочи продаются, которые необходимые. Но сейчас по максимуму запустят, чтобы квартира прогрелась. Ну все, котел запустили. Поставили не по максимуму, конечно, вот 56, чтобы квартира прогрелась. Поехала я домой, Ярослав позвонил мне, сказал, что был на продленке, уроки все сделал. Я говорю, сынок, я не дома. В общем, все, поехала я. Еще одно дело сделано. Я уже дома вместе с Сашей. Я сначала первая приехала, потом Саша уже приехал с работы. И мы поехали на почту, получили посылку через Авито, доставку, ну, то есть через Авито. Покупали жестяные банки для автоклава. Ну, то есть делать тушенку, каши, чтобы мы могли отправлять в другие города. В стеклянных банках неудобно. В жестяных, естественно, кто на вахту уезжает и... Среди наших знакомых, как сказать, наших знакомых, сейчас на данный момент, кто давно у нас уже покупает тушенку, свиную, говядину, кашу там гречневую, гороховую, рыбные, поэтому им удобнее в жестяных банках, они прям очень просили. Еще Саша заказал станок, чтобы закрывать вот эти жестяные банки, тоже заказывал, пришло уже на СДЭК нам ехать получать. Сейчас Саша сходит, переоденется. И мы будем выезжать в город, поедем в СДЭК. Вот каждый день, практически через день, бываем в городе. Еще нужно будет заправиться газом. Вчера, когда возвращались, и, ну, получается, на «Газпроме» у них был перерыв 30 минут, но мы не стали ждать, и мы поехали домой, только бензином заправились. Солнышко на улице светит. Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что подписываетесь на наш телеграм-канал и на Яндекс.Дзен. Вы нам очень-очень сильно этим помогаете. На телеграм-канал у нас не подключена монетизация, наверное, то, что еще очень мало зрителей подписанных. А на Яндекс.Дзене потихонечку, ну, зарплата начисляется. Потом, когда будет определенная там сумма, я, конечно, поделюсь, сколько там было и сколько мы вывели. За то, что нас смотрите, вы нам помогаете. Спасибо большое. Ссылочки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Проходите, подписывайтесь, поддерживайте нас, пожалуйста. На этом мы с вами попрощаемся. Увидимся с вами уже в следующем влоге. Всем спасибо, до новых встреч. Пока-пока.